неравном огневом бою против захватчиков фашистских. Покинув навсегда семью, они сражались за отчизну. И кровью их пропитана земля. Врагу никто ни разу не поддался. Измученный, глядя на врага, единым пламенем отряд сражался. Они не дрогнули, идя на смерть. Разрушив вражеские планы и дубосековский разъезд, до сей поры здесь охраняют великаны. Вы нечисть выгнали с родной земли, очистили от вражьих сил просторы. Панфиловцы сражались как могли, претерпевая личные невзгоды. Все 28 в земли полегли, чтобы потомки жили на свободе. А что же власть? Не оценила подвиг? Лишила свой народ счастливо жить. И землю всю пропитанную кровью помойку решила отравить. И сделать свой народ безвольным. Власть поменяла доблесть ветеранов, их честные открытые сердца, на деньги, что осели по карманам, так нагло им смотря в глаза. Скажите, президент страны великой, ответьте, до каких же пор чиновники так подло и бесстыдно чинить с народом будут свой разбор? Пока министры обмывают деньги, ядровая свалка продолжает жить. От ежедневных выходов страдают люди. Когда же прекратят нас всех душить? Услышьте нас, волоколамцев, помогите. Закройте полигон навсегда. Мы задыхаемся. Спасите! Мы ваш народ. Мы все одна страна.